Всем привет, мои друзья. С вами Владимир. Я в лесу. Давайте послушаем звуки леса. Слышно, как птички поют или нет? Записывается. Какая огромная лиственница. Посмотрите. Это где-то 4 обхвата будет. Вот прикидываю, сколько внизу. Где-то 1,20 м, 1,30 м в диаметре. Точнее, не в диаметре, а если так вот смотреть. Какая. Смотрите, какие у нас деревья, что растут. Мощная. И лет, наверное, 200-250. Тут, где я нахожусь, их много. Таких вот и все. Надо поменьше. Хотел про звуки леса, чтобы птички послушали. Сам вот деревья показываю. И мои шаги только слышно. Такие цветочки. Цветочки. Хорошо в лесу. Но вот комары уже начинают жужжать. Их они комарики. Ну, жужжат. Вот оно самое большое. Ну,
Поеду сейчас. Пока ехал по дороге, слышал, пели очень хорошо. Послушаем еще. Вон видно шишки. Новые уже зелененькие. Шиповник зацвел. Такое небо голубое. Ветер колышет кусты. Шиповника. Как красиво. Ветерок. Но это тоже звуки леса. Летело. Ну, спасибо, друзья мои. Что были со мною. Послушали мы звуки леса. Всем пока. Всем мира и добра. С вами был Владимир. Берегите себя и своих близких. Пока-пока.